телеканалда кече атхан автанын эсас адиселеріне едікун информацион талил программасы екюн чеке селям алейкум сайгылы сярджелер. Студияда мен Лилеве жалчалышам. Шынды есе автанын эсас адиселеріне кечеміз. Русия президенты Владимир Путин Таврида адлы умум Русия умум тасыль форумы зерет этам. Девлет ел башчысы яш истидатларынын суалерыне жевап берді. О кино сасында яны ғайлерге қол тутты. Буерден Асан Абибулаев. Ерсине форумға чоқ инсан топлана, чалхыджылар, актерлар, вережиссерлар иштырак еткен смена эн рахбетли сайла. Тамам бу форум сменанын эн яхшы иштракчелеріні топлады. Здесь этот форум дает возможность заявить о себе, о том, что ты делаешь где-то там в удаленном месте, так и в столице. Да? Здесь все мы объединяемся и делимся друг с другом опытом. Президент ишкелячелеріне ве форумнын иштракчелеріне формаль олмаға муэте субъект кечерді. Чоқ мирақлы суалер сеслендірілді. Санкт-Петербургтан келген Георгий Федоров, президент мемлекетнің Реберлегенде НСАСын нені сайығына ақта меракланды. Расскажите, каково быть художественным руководителем такого большого оркестра, как самая большая страна в мире? Партитуру смотрим, да. И что в этом руководстве оркестром самое главное? Самое главное – порядочность. Вот в моем оркестре. И любовь к тому, к тем, точнее, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь? Без этого невозможно добиваться никакого успеха. Девлет елбашчысы урбада ой сүслюбіні адди ама фаалеты үчін уйгун деп сая. Яшайышта езде он айтлы визариф олмаған урбаларны севе. Как вы рассматриваете свой стиль? Как вы его видите? Стиль у меня самый простой, деловой. Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. Ну, примерно одинаковый. А в быту я стараюсь так быть. Ну, попроще, вот как сейчас. Чтобы было удобно. Ну, конечно, хочется, чтобы это было и как-то элегантно, красиво. И джасыз да олмады. Русия президенты аддетен тыш идеяны қабыл етті. Волонтер Ярамаданын бала эвенде тербие алғанларынын элернен япылған қапланчықлы идеетті. Кыз білдірді ке Қырымда бала эвлернен иш алы бара. Анда балалар бөле ойынжықлар япалар. Мы хотели бы вам подарить его от лица детей, и чтобы он стал вашим личным талисманом, который поможет вместе двигаться вперед. Вот они мне такую игрушку замечательную подарили. А что я могу им подарить? Что нужно для этого центра? У нас сейчас это все хорошо развивается в Крыму, и я правда рада, что все так получилось, потому что сейчас есть подъем и в волонтерском движении тоже. Сергей Ильич, скажите мне потом, да, что я мог бы подарить этому центру, хорошо? Таврида Генч Тасиль форумы Крымда учинжи сефер кечерле. Анане оларах истидатлы ешларны вечерши саадаки мутихасларыны топлай. Бу дизайн ве мимарджылық, эдебият ве тарих, тасвери санат ве музыка, кино ве мультипликация, музейши ве журналистика киби саалар. Форумның эсас масады иджали генчлер саясында мутихасыз топлылықларыны тешкил етмектір. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, Милет телеканалы. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов сентябрының біріне же региональ акимиетте ве беледелерде чалышқан мемурларға незбетен кадр қарарлар қабул әтмеге ваде әтті. Бұ ақта о журналистлерге хабер әтті. Девлет башы әмде хабер әтті ке әнді Қырым шәрлеріні ве районларыны фотоаппарат иле долана. Кеченлеріні оақ межжетте ве Бақчысарай районында Қырым пайтақтының мемуреті елбасшысы иле болынды. Булганақ Бадырақ көйінде бала бақчасы ғайрыдан тамир әтілді. Яқын вақытта муэсесі эксплуатацияға кірсетілі жек. Құрудылар беджерген ұшының кейфетіне жүмхорет башы Сергей Аксенов қиымет кестан. Тамирны әмді бізі мұхберлеріміз көрділер. Ахмезджит районын Булганақ Бадырақ көйінде яш ана бабалар әнді чоқтан үмітіні жойдылар. Көйде ве яқын әтрафта әнді чоқ еллар девамында бала бақчалары чалышмай. Ана бабалар өз балларыны Ахмезджитке алып бармаға мечбур әделер. Бұ себептен чоқ пара ве вақыт масраф әтмеге мечбур әделер. Әпселерінде бөйле имкан да йоқ әді. Ама бүгін Булганақ Бадырақ көйінде бала бақчасы ғайрыдан тамир әтілді. Ве сентябрінің бірінде 260 баланы қабул әтмеге азыр. Нет возможности поехать в Симферополь, возить ребенка, у меня нет автомобиля. На маршрутках это невозможно. А теперь у нас есть красивый садик, рядом почти что с домом. Будем возить ребенка туда. Очень довольная доча хочет туда идти.
Ахмезджит районынын реберлери ве Хырым елбашчысы Сергей Аксенов сказка балабахчасыны зиярет эттилер. Оаш ханелерини, тибиет оданы, музыка салонуны ве башка территорияларыны бахып чыкты. Август айынын сонуна же эпсы ве сыкалар ресмилештерилежек ве объект эксплуатацияга тапшырылажак. Бала бахчанын базасында умуми инкишаф ве кушылган 12 группа ачылажак. Хорошее впечатление на самом деле. Садик решает проблему доступа детей в дошкольные учреждения практически вот здесь. В ближайших 5 поселковых советах. Качество работы вот, строителей, которое обычно вызывает нарекания, но вот сегодня ну, так вот, грубых замечаний таких каких-то нет. Бала бахчанын хурулуунда ерли сакиндерде иштирак эттилер. Территорияда тереклер ве чечеклер сачылды. Умумен бахчанын реконструкциясына муэдис коммуникацияларга ве бала мейданын капиталь тамир ишлерине 112 миллион рублей масраф этилди. Детки ходили или в Симферополь, или вот в Кольчугинский детский сад, в Прудовской детский сад, ну или сидели дома. Начались ремонтные работы еще при Украине. 13-й год полностью простоял год, потому что не было тогда средств. И в 2014 году мы попали в программу федеральную, и нам выделили деньги на реконструкцию инженерных коммуникаций. Кырымда 2020 сенеге же да 87 бала бакчасы эксплуатацияга тапшырылажак. Бу исе Кырымдын кенже сакинлери үчүн да 17 бин ер. Энвер Аблези, Седем Исмаилов, Миллет үчүн. Ислам Терек районын сакинлери буюк дикат или ава араретыны козетелер. Ягмурлар бутун койлерге сув басымы төлөкесіні ташый. Уч күн эвелсі невбетеки сел аз қалды, қашқа чукра койыны ювып кетмеді. Тавсилатлар бізім левхамызда. Сарай, все вот, корова да по горло, все это было, в воде было. Это окно вот так, половина вот так воды, под полом все вода. Бу сакинлернин эвлери энди үчүнчү кере суу баса. Бу сене күчлүү ягмур акырларын ювду, машиналарын авдарды, эв айналары элек олдулар. Бостонорда өскөн себзелер зыян олду. Жилиловлар айлесинин эви энзиде зарар көрдү. Дети боятся уже дождя, потому что один дождь, но у них ассоциируется с потопом. Уже плачут, когда идет дождь. Я не знаю, что делать. Ягмурдан сон келген сел кашка чохрах койнде ади вакыадыр. Дрина шагырындан келген сувга ахмага ер жок. О 40 жыл эвелси курулган эди. Районда не сув кечирген борулар, не де дамбалар бар. Соңки авалар акыбетлеринин сакинлер ойс күчлеринин күрүшөлөр. Ойс параларыны техникага төлөп, обаларыны жыйыштыралар. Шикеетлерге бир кимсе кулак асмай дей ерли сакинлер. Олардын ричесине бу сефер атта курчулар келмеделер. Два депутата у нас в деревне, ни один не работает. Вот, обращались, конечно. Одному некогда, другой Симферополь уезжает. Ерли акимиет энди чоктан бу меселени чезмеге вады эте. Бызым телевизион тахымымыз сакинлернен хулуршкан вакыт трактор келді. Ама онын иши чоха бармады. Если завтра техника будет свободна, то начнут прям завтра. Если вдруг что-то занято или что, значит, ближайший день-два они начнут. Но я думаю, в течение недели они сделают. Сакинлер вады этилген дренаж тамерыны беклейлер. Весахынып авар эретыны козетелер. Аттайте яхмур яхмасы күчлю сел себебе ула были. Арзы Хасьянова, София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үчүн. Хатырлатамыз, Чамурлу сувнын күчлү акымы августнын 18-19 күнлері Субук Сала Судак трассасыны ювып кетті. Нетижеде онларча машиналар зарар көрді. Бундан дагары саганак себебінден дамарталарны ве мескен эвлерні сув басты. Жумхуриятынын Февкуледе Вазиет Назырлыгынын хадимлері кене сув севесі көтөрмесі акында тенбейлейлер. Куртарыжылар озен янларында булунган вакыт хафсызлык кайдаларына риайет этмеге чакыралар. Февкуледе вазиет низаменді лягой тілді. Ахмезджитте жимие дүнлевлерде электрик ахлар башка ерге кечирилмеси музыкере тілді. Жума жеминин территориясында алып барылган ишлер акында сөз юрсетілі. Шынды электрик ахлар бинлерджи мусульманлар үчүн муим олган объектнын куружылыгына кедерети. Дүнлевнын нетижелерини Султан Естакаева биле. Ахмеджит шаер шурасында жума жеми курулган территорияда электрик агларынын ярыны денештермек боюнча жемие дүңлевлер олып кечти. Инсанлардын чешит фикирлери сеслендирилди. Сонра олар ве куруучулар бир фикирге келдилер. Ышык тиремелер денештирилүү лейхасынын самарышчысы Крым Энерго Девлет Муэсеси ола. Дүңлевлер кетишатында ишнин тафсилатлары акында билдирдилер. Лейха боюнча тереклер ве чалылыклар пычылмак керек. Эпсы ишлер канун боюнча алып барыла. Рухсетте алынды.
салынды. Иншалла, жума жамин огундеки обалабан столб жамин азбарын тышына чыгарылачак. Киз канунга көре жамин азбарында бойлы бір шейнин турмасы ясақтыр. Жемиет дыңлевлерді 200-ден зияды инсан иштирак этті. Бу бойлы ишлердін мечбури шарайтыдыр. Лейхаға залда олған инсанларнын эксерияты қол тутты. Зарарны одемек үчін келеджекті 2000-ге яқын яш терек отыртылажақ. Результаты голосования 175, по-моему, там человек вот за этот поддержать данный проект. Думаю, что вот этот проект по строительству соборной мечети, он притворится в жизнь. У нас вот, мусульмане скоро, наверное, войдут в свой главный храм. Шымды Ахмеджетте жума жами фаал суретте курула. Кырымда мойым оған бу объект куружылығы чок йыллар девамында бекленілді. Шымды жаминын эсас бинасы, мемори корпуслар, виярдымчы иншаатлар тікленілмесі бойынша миқиязлы ішлер бежерілі. Куружылықны енді 2 йылдан сон екінленмеге планлаштыралар. Мемурлар бады етелер ки, йол четіндеки орман йолағы сақланылажақ. Пычылған тіреклерінің территориясында шер сәкенлері ве туристлер үчін ратланмақ зонасы яратылажақ. Султыни Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Қырымда бұтын Русияде олғаны күбі байрақ күні қайт әтілі. Ақмешжет сәкенлері бұ байрамда әнді 4-тун жекере ұштырак әтілер. Девлет барақ күні флешмоб үлі башланды. Қараман шырының тарихи меданында онлар же құртарыжылар топланды. Ақмешжетте девлет шурасының бинасы янында ананеви митинг олып кечті. Байрамда Қырымның бірінші шахыслары, мебуслар, спортшылар ве фаал инсанлар топландылар. Ақшам Ақмешжетінің меркезінде яшылар флешмоб кечірділер. Русияның ән бұйық байрағы ачылды. Бұйлы көлемлі Русия байрағыны тек хушылар ұчхан өксікліктен көрмек мүмкін. 50 метрлік триколорно Ахярда Февхоледе вазиет назирлігінің хадемлері ачтылар. Девлет барақ күні мұнда флешмоб үле башланды. Хараман шырының тарихи мейданда онлар же құртарыжылар топланды. Ахмеджетте Девлет Шурасының бинасы янында әнді ананеви олып қалған митинг. Байрамда Қырымның бірінші шахыслары, мебуслар, спортшылар ве фаал инсанлар. Девлет байрағының көтерілуі мерасимнің ән мұйым дақаларыдыр. Девлет шурасы огунде мейдан бүтінлей байрақ түслерінде. Юзлерде инсанлар әлерінде кичік байрақшықлар мен мұнда келдейлер. Флаг России сегодня это некое такое вот знамя победы, знамя патриотизма для каждого из нас. Здесь, безусловно, только патриотические настроения. Я не знаю, как будто мы вернулись в 2014 год, как будто опять-таки Крымская весна, большое количество российских флагов, большое количество улыбок, эмоций от людей. Пошли случайно погулять. Настроение на весь день. Сейчас осталось еще найти флажок, и все будет хорошо. Поздравляем вас с праздником. Мы всех крымчан поздравляю. И флаг. Как это единение всех народов нашего полуострова. Русия байрағының 300-ден зияды йыллық тарихы бар. Қырымда бұ байрамны әр вақыт яқшы қаршылай әділер. Русия ве Қырым байрақларының түсілері бұрдыр. Бұ муабетлік, садықлық ве жесарет тымсалидыр. Крымчане доказали свою любовь к государственным силам, любовь к своей стране. Праздник, наверное, является тоже одним из основных нашей жизни. Под нашим единым триколором, под нашим единым национальным символом собрались все этносы России в единую, несокрушимую и неделимую российскую нацию. Буваха яш хырымлыларны нахылында ахалыр. Бугун Джумхурет башы он Русия гражданы паспортлар или тахдерледы. Я очень рада, что именно в этот день мне вручили паспорт. Именно 22 августа, в день государственного флага Российской Федерации. Я еще долгое время не забуду этот день. Тантаналы митинг, юрушлер, ақшам Ахмеджетінің меркезінде яшылар флешмоб кечірмеге планлаштыралар. Бұндан да ғайры ярымадада Русияның ән бұйық байрағы ачылажақ. Тренева Исраат бақчасында әсі «Три цвета России» адлы концерт программасы кечірілежек. Сефия Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үчін. Ешіл дах массивының сәкенлері нақлие қамачавына ұғырадылар. Маршрут автобуслар сонғы тоқтап еріне барып етмейлер. Рейслерінің графигіні есе бинлер жейінсанлар бегенмейлер. Ачулы сәкенлер Илья Мұхбермы Саша Шулакова көрішті. Расписание повесили 6 часов, 6.42, 7.03, нас устраивает. 7.03 для школьников это рано, 7.46 для школьников и для остальных это поздно. И здесь разрыв идет в 7 часов.
Яны жедвели лет обло сакинлерны шашырты. Ешельдах массивынын сакинлеры чорланалар. Ресми график бойынча энді шерге яда сабайрты, яда уйледен сон кетмек мумкюн. Бу район цивилизациядан кесілген кыбы олып калды. Я просто в шоке. Я вот сейчас иду пешком, потому что он меня высадил. Он же сказал, мы теперь ездим по расписанию. У меня дочь заканчивает работу в 8 вечера. Она должна идти пешком. 91-й маршрутка районы Шернин, Балаган, Екене, Бахдар. Ләкин ода сыхалда сонки дуракка барып етмей. Ерли сакинлер эм сыджақта, эм сувықта 2 километрге яқын месафены жаяв юрелер. Вот в этом году весной, когда дожди были, холодно было, 5 раз приходит ребенок весь мокрый, и портфель, и все, до трусов мокрый, и заболел, простыл. И плачет, меня, говорит, там высаживает, говорит, я тебя одного туда не повезу. Это что такое? Инсанлар эминлер. Ташиджилар касабага катнамага истемегенлернын себебы йолар кирген алда булунганы иле баглы. 2 ел эвелси тамамшу себептен ГИБДД идаресы 80-й маршрутканы лягу этта. Ломается машина. Пусть дорогу сначала делают. Остановку делают. Лесополоса просит остановку. Люди падают. Пусть это сначала делает. Нахлея катнавнын жедвели Ахмешит район мемуриеты иле таздыхланды. Мемурлар яны таблоны ерли сакинлериле уйгулнашмагай ваде эттелер. К концу недели мы еще раз с жителями будем собираться с участием перевозчика и рассматривать возможность корректировки данного расписания. Уже на следующей неделе доведем до жителей согласованную позицию, для того, чтобы они могли понимать четко, когда и в какое время будет автобус на конечной остановке. Мемурлар айтханна коре айдавчилар елчиларны сонки дураккаджи еткизмек кереклер. Лякин буны олар незарет этып оламайлар. Сакинлер коркалар. Елларны тамир этмегенче бу меселе ачық калачак. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Иван Евдокимов, Миллет Ичун. Девлет Дума Мебусы Руслан Бальбек Русиялерге миграцион олмаған визаларны тоқтатылуы или вазетны тефсір әтті. Мебус қайт әтті ке русиялелер Америка мақсулатлары олмасы да яшарлар. Чүнке русиялелер ічін намус бұйук әмиет ташай. В России много проблем, это без сомнения, но слово «достоинство» российская нация всегда ставила на пьедестал почета. И очень жаль, что официальный Вашингтон, как хирург перед операцией, пытается зондировать пациента на предмет болевых зон. Разумеется, американские санкции для нашей страны болезненны, но я бы сказал оскорбительны. А оскорбление российская цивилизация не прощает никому. Бахчисарай районын хан Эликоинын сакинлеры топрах яланжыларыны жезаламага риджа этелер. 100 ден зияде адам Русияде яса кытылген меджилис фааль арекечелеринин айын оюндарынан зарар көрдүлөр. Чук йыллардан берле онлар же коронталар дамарталарны ресмилештирип уламалар. Мухбирамыз бул меселени анламага тырышты. Ходим в соседнее село, у меня в Тополях живет мама. Стираемся там, купаемся там. Хасановлар хорантасы хан или куэнде ишықсыз весовсуз омир кечере. Олар куниш батареялары или кулланалар. Су весяры чықтан чықарыла. Топраха ось ахухухларны 12 ел девамында канулаштырып оламайлар. Бу вақыт девамында Диляра ханум Хасанованын 3 торыны доғды. Ресми весихалары ве пропискасы олмағаны себебінден чоқ меселелер пейда ола. Мы не можем прописаться на этой земле. Из-за этого нам не дают, мы не можем получить пособие на детей. Были вазиетте да 4F булына. Умумен ось дамарталарына весь халарны 80 хоранта беклей. Тап 2016 сене оларға бош кой хожалық топрақларыны айырмаға ваде еттілер. Бұны базылар беген меделер олар үшін бөле самазахватлар яхшы бір бизнес әді. Инсанларыны атты қорқызмаға тұрыштылар. Да мы только зашли на поле, чигос привел бригаду. Вышибалов. Они привезли с собой начальника земельных ресурсов Алиев Резан Нафиевича. Он стал людям убеждать о том, что эта земля дорогая и очень много мы хотим. А вот Меджилису можно было эту землю
продать. Овахытын санларны хувып олмадылар. Олар территория тәслим етмеге азыр олған пай сәйплерінен анлаштылар. Совхоз дағылған сон дамарталар чоқысы вақыт бош тұрдылар. Весихаларны ресмелештірмек үчін инсанларға эпосы масрафларына өдемеге тевсеге еттілер. Олар бой велден планлаштырылған айын ойын олғанына анлаған сон әнді кеч олды. Так как мы собирали деньги, оформляли им госакты за нас счет, они не платили ни копеечки, ни на что. Сделали госакт, но пришло время, когда брать госакт, они взяли эти госакты и сказали, платите за каждый участок 5000 долларов. Здесь, естественно, кто-то свыше им сказали. Когда Ильми Умеров собрал их туда к себе, пайщиков, сказал, что будет с ними разговаривать. О чем они там говорили, не знаем. Адамлар алдатылғаны ақта меселіні Бақчысырай район мемуретінің башы Рифат Дердаров яқшы білі. Бұл суалілі сәкінлер он айынды бір хач елд мұрачат етейлер. Меселіні ұқу қорчалайжы органлар чезмек керек деген фікірде. Сегодня мы все видим, что паи были эти выделены незаконно, что с вечера дали энную сумму денег, вот люди все это подтверждают, и плюс утром дали им лоты, уже готовые именно на этот, на людей, которых они представили. Но это было нарушение закона. Здесь определенная площадка работы прокуратуры. Сакинлер и миндер, олар профессиональ топрах яланжыларының федалары олдылар. Шымды оларының холларында эпосы весихалар бар. Оларынды прокуратураға ариза езмаға азырлар. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Чоқысы Қырым мұсылманларының арзулары амелге кечірілді. Сонғы группа аджылыққа йол алды. Қырым аджылларыны мұхбіріміз Сабрия Халиляева осқарды. Бүгін Қырымдан аджылыққа сонғы группа чыққа. Группа 35 инсандан ибарет. Біріншіден мұсылманлар Ростов-на-Дону, соңыра Стамбулға, ве Мұқаддес, Меккаға барып чықажақлар. Гүлбия Сізетова үчін 2017 сене әбеді тарихта қалажақ. Оның ескі арзусы әмелге кечеджек, о аджылыққа барыжақ. Гүлбияс ханым емін Сауди Арабистанға сияхат да учаққа отырмаздан әвел башлана. Аджылық Аллаққа ибадеттен башлана. Юджі Раббимыз оңа бұйык әдейе бақшыш етті. Уда рызқ, уда қысмет. Алла тәлі бізге берген рызқ хидие, мына қолымсаға хидие, мен сені тебриклеймін Алланы әвіне. Ана шу қысметке біздер ең шасылымыз, ең бақтылымыз, бүгін Алла тәлінің алдына бара жақымыз. Мен істеймін ке, жүм не мұсылман үмедіміз барғанлар, әпсі өз ниет мұратына жетіп, ибадетлерімізіні япып, Алла тәлінің разылықман сау сілемет өз жұртымызға ветанымызға қайтып кемей қысметсін шалына. Дилара Велилаева Мұқаддестерге бармақыны 4 ел бекледі. Оның фікіріне көре бұй ел иманыны қавелештірер. Чүнке құрында язылғаны кібі аджылыққа бармақ ер бір мұсылманның бұрджедір. Ачықлық беріп, ой бәдетлерімізні бежеріп келмеге, ве Аллахым Раббым біздерге бұ дүнияда мәмбетлікте, бірлікте, мерхаметлікте, ве күчілікте болып яшамаға насип елесін. Жүмлемізге саулық сәлеметлік. Әрдайым бір-бірімізге үрмет білдірек. Я Рабби Аллахым біздеріні дүниямызға тыншылық берсін. Ел ашық. Әркезінің қолларында чет ел паспортлар, аджылар чанталары ве ие ниетлер. Бұйыл мұқаддесерлерге 400-ге яқын инсан барачақ. Бұ әвелкі елларға баққанда үш кереге зиядедір. Сауди Арабистанда мұсылмалар үш афта болынычақлар. Мұсылмалар аджылыққа барған сон енді Қырымға Меккадан сентябрь 10 күні қайтажақлар. Сабрия Халиляева, Әдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырымда чоқ функционал меркезлерде қанунсыз невбет ақында малюмат ешкірілі. Уқық құрчалайжи органлар боле бір вақайнен мерақландылар. Ялта полисын қадимлері әміш яланжыларыны месулетлеке чекмеге рет әткенлер. Чоқ функционал меркезін қадимлері айталар ки бір қач шақыз қанунсыз невбетлеріні тәшкіл әтелер. Хатырлатамыз, Қырым чоқ функционал меркезінің реберлігі білдірді ке, жүмқоретінің бір қат шарлерінде, веколерінде яланжылар чалыша. Олар айтқанларына көре инсалар невбетеке ерлеріні саталар. Бұл кадрлар керечте чықырылғаны да. Бұлі невбетлер чоқ функционал меркезлерде бар. Ачулы қырымлылар онларжы видеоларыны іштимай ағларда ерлештірелер. Кемер филиалларда атта көтеклер олды, веп-энжерелер сындырылды. Невбеттеки тавсилиятлы видеоны Ахмешжит чоқ функционал меркез болығының мудері нешір әтті. Бұл кадрларда яланжылар невбетлеріні тізелер.
Крым чок функциональ меркезынын мудиры Ольга Макарова эмин. Бұн эвбетлер суни шекілде яратыла. Айтаки, шымды о ерлерні сатып пара қазанған инсанлар или фааль куреш алып барыла. Буна жевап оларақ белгісіз инсанлар Ольга Макарованың ресімі или кяғытны дарқаттылар. Анда о өзін эвбеттеки қалабалықларының тешкілячысы ола деп языла. За прошедшую, можно сказать, неделю нами подготовлен, выявлены все фамилии мошенников, выявлены все фамилии недобросовестных граждан, которые пытаются формировать списки, очередь и так далее. Официальными письмами все передано в правоохранительные органы. Правоохранительные органы активно подключились, в общем-то, включились в работу, и сейчас ведется работа именно по борьбе с этими очередями со списочниками. Шатлар айтқанына көре, бөлені бетте бір талонын фиаты 3000-ден 7000-ге ола біле. Буади еш. Яланжылар эркезден эвел электронный бет алалар, вегерлеріні башқаларға саталар. Мына бөле кібі илянлар бүтін Қырымның чоқ функционал меркезлерінде асыла. Анда жедвелерге бинадан тыш язылманыз, деп тенбейлейлер. МФЦ бөліклері бұна қарашылы дегілер. Гражданлар электронный бет талонлары бойынша қабул етіле. Алушта бөлігінің мудирі Владимир Ларионов бөле яланжыларыны фотоға чекті. Мұндан соң қадынлар оның іле сөбетлештілер. Подошли ко мне вот эти две женщины, которые вот постоянно сдают документы от граждан. И они спросили меня, что на основании чего и зачем вы делаете эти съемки вот эти. Вот тут разговор у нас, завязался разговор, и был не сильно большой, но тем не менее, в конце разговора они сказали, что мы вам создадим и большие проблемы. Владимир Ларионов энді уху корчалайджи органларға ариза язды. О джинайи иш ачылмасыны талап эте. Полис хадимлері тешкерев кечірмеге ваде эттелер. Чоқ функционал беркезінің векелері гражданларыны диққатлы олмаға чағыралар. Бүтін эксиклер ақта уху корчалайджи органларға хабер этмек талап этеле. Айша Шулакова, Эрвин Эмиралиев, Миллет үчін. Қырымда федераль мақсатлы программа объектлері амелге кечірілуі деван әте. Бұл қырым татарлар топлу яшаған ерлердір. Мында газ, суф кечіріле, оқуф ве тіби мәселер құрыла. Бұл күске су толдырамыз, мұндан ічеміз. 20 йылдан берле бұ районға суф фыджылар иле кетіріле. Исмет Шейхбадинов суф алтын кыбы олғанына шикәйет әді. Васят ве Мамах адлы массивлерінің сәкінлеріне Украин мемурлары суф кечірмекні ваде біле етмейеділер. Меркези суф ағының құрыджылығы тек бұ йылы башланды. Федераль мақсадлы программа бойынша 30 миллион рублетен зияды пара айрылды. Алла шүкір, мені башладылар, келіп рабочылар, чалшалар, турба, канализация түшеджек, қызмет етсе, яқында су болажақ. Шымды құрыжылық ішлер толысынен алып барыла. Тракторлар траншеяларыны қаза, ішчелер ісе боруларыны тізелер. Аман-аман ішлерінің ярысы бежірілді. Эти магистральные трубы, которые укладываются сегодня, они будут под давлением. И напротив каждой улицы будет оставлен колодец и выведены водоразворные краны для того, чтобы могли люди подходить круглосуточно, набирать воду. Есть технические условия, мы их выполним и будем просить оптимальные технические условия для второй очереди, окончания полностью всего массива водоснабжением. Девлет милетлер ара комитетының комиссиясы Хошкелді микрорайонында құрылай атқан бала бақчасыны зиярет әтті. Да, яқында бұттек бош ереді. Шымды мында құрыжылық толу шекілде кеті. Фундамент қойылды, диварлар құрылмасына кечтілер. Объекте ішчілерінің сайысы артты. Айкаван массивы районы енді газ ақлары иле темин етіле. Чоқ йылар девамында ерлі сәкінлер кетірілген газ баллонлары иле куланалар. Инфраструктура федераль мақсадлы программа бойынша япыла. Объекте шымды техника чалыша. Траншеялар қазыла. Ноябрінің сонына қадар оның екіленмесі планаштырыла. Планируем, что уже в этом году порядка 400 дворов получат газ, ну и те земельные участки, на которых есть строение, смогут уже проводить внутренние работы по разводке газовых сетей. Также большой объект – это строительство сетей газоснабжения в поселке Анаюрт. Там уже почти 700 дворов, и, соответственно, те земельные участки, которые ведут строительство, смогут в течение этого и в течение следующего года также получить возможность к подключению к сетям газоснабжения. Газ ағыларының құрыжылығы бұй ішінің башшыдыр. Да, Украин дәвірінден қалған проблемаларыны чезмек лязым. Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде ұшы, қастаханелер, бала бақчалары ве еллар йоқ. Мемурлар вады әттілер ке. Енді бұ сене инфраструктураны яваш-яваш инкишаф әтеджеклер. В данных массивах уже в этом году люди будут с газом, будут с ФАПом. Да, есть проблемы еще остаются.
с дорожной деятельностью, но наш комитет нас поддержал и внес предложение в федеральную целевую программу 18-й год строительства объездной дороги Акрополис-Анаюрт Айкаван с выходом на Белое 5. Дәүләт милләтләр ара комитетендә хәбәр әттеләр ки, олар инфраструктура объектлары курылуындан гайрып, башка эшләрне дә бәҗерәчәкләр. Сакинләргә газ агларына кушылмага ярдәм итәчәкләр. Реабилитирләнгән гражданнар бу намасраф ителгән параларының ярысын кайтарып олачаклар. Бу максат иле бюджеттен пара айрылуы назарда тутыла. Айша Шулакова, Алишер Алимов, Милләт өчен. Карьерлерінің қанунсыз әрекетлері, суф ве газ олмамасы бұ эпосы меселелер, акимет векелер или сакинлер куршылынды музыкере әтілді. Құры муфтесы Эмирали Аблаев, Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве Девлет Милетлер ара комитетін рейсы Заур Смирнов, ескі Құрымға ве Ислам Терек районына иш зеретілі бұлындылар. Сакинлерінің меселерінің бізі мұхберма Султан Естакаева білмеге тұрышты. Переживаю за целостность своего, ну, дома, потому что взрывы участились и более сильные. Ескі Қырым карьерінің ербір патлавындан сон Эмиль Аджилиловның евінде диварлар ветемел чатлай. Ерлі сәкінлер білдірді лерке маледе чокраклар құрды. Ағармышның топесі бұтун ли бұзылған. Шер ісе субуқы ел әсмесі ічуын ачық. Шум взрывают карьеры. Раньше еще предупреждали нас, что будут взрывы, сигнал подавали. А теперь без никаких сигналов взрывы, дети пугаются, чуть ли не заики уже. Уже и сами боимся. Ночью спишь, встанешь, шум такой, взрыв этих карьеров продолжается, особенно ночью. Бу меселенен сакинлер акимиет ве калерыне мураджат эттелер. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек ве Девлет Милетлер ара комитетынан рейсы Заур Смирнов ерле мемурларға бу вазиетны чизмек вазифесына авали эттелер. Мемурлар ознев бетінде білдірділер. Ескі Қырымда карьерінін іші қанун бойынша ясақ эттілген. Шымды макеме процессы алып барыла. Наша позиция приостановить деятельность нашего настоящего карьера. Администрация города всячески препятствует данным мероприятиям, и мы не продлеваем аренду. Ескі Қырым мектебінің меселелері Ақта Мудир Фивзи Балбек білдірді. Оқу юртында 400-ден зеде талибелер оқымақта. Одалар ве башланғыш сыныфлар үчін китаплар етішмей. Сентябрінің бірінеде да бір меселені чезмек керек. Мектеп территориясында шахси мескен ев ерлеші. Домовое владение было приватизировано. Ну, я так думаю, что и администрация города, и района все-таки предложит им достойное жилье. Здесь стоит необходимость обязательно проектировать и построить новую школу. Акимиет векілері Қырымның ең қадыми жамисыны зиярет еттілер. Шымды анда археологик қазма үшлер екінленді. Уникаль бинаның реконструкция үшлеріне азырлық көрелер. Хан Узбек жамисы янында ескі Қырым сакинлері еле көрішов кечті. Мұра келді. Селам әлгім қардашымыз. Сені үрмет етемен, ерамай болады бұсын. Жоқ қатарлағы яқшы жапасын. Ислам Терек районының Кулеч мечет койының жәмесінде мемурлар или бұтун районының имамлары көрішттілер. Кулеч мечет койының сәкіні Аблямид Эмирвелиев тариф әтті ки, 2 ел әвелсі жәменің минаресі тікленілген әді. Шымды Абдес Хане құрмақ керек. Қырым муфтисы Эмирали Аблаев паралар айрала жағыны вады етті. Имканлар яратылды. О, инсанлара о пара верілежек. Олар генділері топланып, джемат оларақ бұнда о жаминың этрафын, қорасын қоралаяжақтар қысмет олса, өлмейім сау олса. Ерлі сәкінлерінің ярдымы еле жаминың ве мезарлықының территориясы қораланаджақ. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек қайды теке, бөле көрішевлерінің мақсады мескен ерлерінің епісі сәкінлері еле доғрудан доғру бақ құрмақ. В Старом Крыму, в Кировском людей беспокоят вопросы, это и деятельность, по мнению жителей, незаконная карьера, это дороги, строительство дорог, строительство жилья, предоставление земельных участков. Все эти вопросы мои помощники взяли на контроль. Сегодня готовы, как и ранее, к диалогу. Мы как раз таки едем для открытого общения. Мы хотим говорить о проблемах. Конструктив субъект эпосы пейда оған меселелеріні семерелі веттес чезмеге имкан бере. Яқын вақытта бөле көрішувлер ярымаданын эпосы районларында кечірілежек. Султани Истакаева, Рамазан Аливабов, Миллет үшін. Исмаил Гаспринский адына Джумхури китапханимызде зиманеви Қырым татар шайыр Шырьян Алинің 80 елгына бағышланған сергі ачылды. Шайырның Мерджан сатырлары адлы сергіде шайри джинтықлар ве газетлерден Шырьян Али ақында мақалелер
тәқдим етілді. Жиынтықлар шығарны незметте ос елоны тапқан инсан кібі тасверетен. 1995 сенесі Шырьян Али Қырымға көчіп ән мақсулдар шәрлерінден бірі олды. Бұ күнге қадар ояш істедатларының әдеби Ильхам клубында реберлік әте. Чох шайрлер, яш шайрлер, Шырьянаған әлі тубынден, остлер, бұйудлер, қавилештлер, ве оның дестегі, бұ Ильхам клубының ішлетілмесіне, ве юрмесіне Шырьянаған дестегі ғайыт бұйык. Еді күн программасы сонуна етті. Сізінен сақылашып, яқшамлар тілейміз. Әвлеріңізде дайыма ұйғынлық, веселгі мұды құмсырсын. Сақытмен қалыңыз.